Вот здесь почти 100% убежденных патриотов нашей Родины. Очень хотелось бы, чтобы вы не потеряли эту страну. Именно вы. Чтобы вы пришли к руководству нашей страной и сохранили все то, что мы создали за четверть века. Вы знаете, наше поколение в этой жизни уже отметилось. Мы, получив обрубок Советской империи, создали суверенное и независимое государство. Вдумайтесь только. Впервые за многовековую историю Беларуси. Первое государство. Этим наше поколение отметилось, отстояв ту победу, которую они нам подарили. Теперь дело за вами. За вами, кто здесь стоит. Еще раз повторяю, потому что вы убежденные. Вы никому не должны отдать нашу страну, нашу землю.